Здравствуйте, дорогие зрители! Вы смотрите прямой эфир для абитуриентов, и я его ведущая Алина Красильникова. Сегодня мы вместе с вами поговорим о поступлении в Институт физики Казанского федерального университета. Напоминаю о том, что все ваши интересующие вопросы вы можете задавать у нас в комментариях. Сегодня на них ответит директор Института физики Казанского федерального университета Марат Ревгерович Гафуров и заместитель директора по образовательной деятельности Института физики Казанского федерального университета Наталья Викторовна Болтакова. Я передаю вам вступительное слово. Расскажите о своем институте пару слов и о направлениях, которые вы представляете. Алина, спасибо. Институт физики Казанского федерального университета, одно из старейших подразделений Казанского федерального университета, образовано вместе с ним же в 1804 году. Сначала как физико-математическое отделение, потом вместе с математиками физмат был долго. В 60-м году физики и математики разделились. Образовался физфак, физический факультет. Ну а в 2010 году с образованием Казанского федерального университета потихонечку влились другие подразделения, и физфак превратился в Институт физики. Сейчас у нас в основном мы располагаемся в центре, в нашем любимом 14-этажном здании по адресу улица Кремлевская, 16А. Для того, чтобы нам попасть от центрального здания, необходимо перейти дорогу. Но дорогу вы напрямую не перейдете, вы перейдете буковкой «П» 3 раза через светофор. Тем не менее, это недалеко. Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения и приходите к нам. Мы ждем вас. Может быть, как раз-таки Наталья Викторовна расскажет о направлениях, которые в институте у вас имеются. Да, здравствуйте, дорогие абитуриенты, долгожданные наши абитуриенты, родители уважаемые наших абитуриентов и, надеемся, очень будущих наших студентов, первокурсников. И мы сегодня пришли с наглядными пособиями, чтобы вы воочию увидели, как у нас интересно учиться. Мы всегда с Маратом Ревгеровичем говорим, как у нас очень интересно учиться. Всегда вас пугаем, что это трудно, но очень интересно. И вы видите у нас модель квадрокоптера. Многие уже со школы увлекаются квадрокоптерами. И вот на модели этого квадрокоптера мы можем рассказать о том, чему у нас учат, какие у нас есть кафедры, какие направления. И как по законам жанра говорят, если есть ружье, оно должно выстрелить, да? Вот если есть квадрокоптер, он вроде бы должен полететь. Но как его заставить лететь? Ну, можно, наверное, как на Новый год сказать. Раз, два, три, квадрокоптер, лети! Он не летит. Может, мы с Маратом Ревгеровичем вместе скажем, давайте. Раз, два, три, квадрокоптер, лети! Он не летит. Давайте еще попросим уважаемую Алину помочь нам и втроем крикнем. Раз, два, три, квадрокоптер, лети! Но он не летит. На самом деле он не должен был лететь, потому что что нужно для того, чтобы он полетел? Нужен человек, да, который его заставит полететь. Этот человек должен знать законы физики. Так вот, общую физику у нас преподает кафедра общей физики, весь курс физики. И наиболее полноценно физику вы можете узнать, если поступите на направление физика. То есть там вы узнаете, какие законы природы заставят двигаться этот коптер. И почему, если его мы уроним, он почему-то упадет, а не полетит наверх. Да. Очевидно, вы уже догадались из школьного курса физики, что нужно сообщить этому телу энергию, да, чтобы оно стало двигаться. Можно его, конечно, подключить в розетку, но далеко он не улетит, только на длину шнура. И, очевидно, нужны какие-то другие каналы связи, каналы поступления энергии. Но чтобы энергия, мы прикрепляем батарейку. Вот у нас здесь прикрепляются элементы питания, а для того, чтобы управлять, нужен какой-то канал связи. И первое, что приходит вам в голову, наверное, это радиоканал. Да? Так вот, чтобы установить радиоканал, чтобы правильно его установить, за это у нас отвечает кафедра радиофизики, и обучиться этому можно на направлениях радиофизика. То есть радиофизика занимается распространением любых видов сигналов, вот всей вашей шкалы электромагнитных волн, которая у вас у всех в школе висит над доской. Я уверена, в каждом классе физики такая шкала висит. Если вы решите приобрести готовый квадрокоптер, или, может быть, вы сами захотите его собрать из деталей, вам нужно знать, какие
модели лучше, какие детали лучше, знаете характеристики, где их выгоднее купить. Это у вас научное направление инноватика. То есть выбрать наилучшее оборудование с лучшими характеристиками по приемлемой стоимости. Ну или потом продать, когда вы захотите сделать апгрейд. Можно покупать детали, но некоторые детали, как вот, например, вот эти винтики, их можно самим распечатывать из пластика на 3D-принтере. И для этого, очевидно, вам нужно будет сделать 3D-модель. Этому нас учат на кафедре вычислительной физики и физического моделирования. То есть вы можете составить 3D-модель и распечатать ее на принтере, какие-то запасные части. Очевидно, если вы собираете сами, вам нужно будет разбираться в радиоэлектронике, электрическую цепь здесь, рассчитать, что нужно. Для этого у нас есть кафедра радиоэлектроники. Ну вот вы собрали, он вроде бы летает, да, вы наслаждаетесь, поднимаете, опускаете его, какие-то там финты делаете. Что следующее приходит на ум? А что если установить на него камеру? Да, вот у нас здесь тоже камера есть. Тогда вы можете снимать какие-то видеоклипы развлекательные, да, участвовать в мероприятиях, зарабатывать на этом деньги. Опять же, да, ссылка может быть в кафедре инноватики. Но если вы, кроме камеры, установите сюда какие-то элементарные измерители расстояний и геодезический прибор, у вас уже будет готовый прибор для использования в геодезии. Собственно, этим активно пользуются геодезисты при составлении карт местности, топографических карт. Если вы поставите сюда еще какие-то датчики, например, датчик радиационного фона или какой-то спектрометр, вы сможете использовать не только для того, чтобы использовать карты, а для поиска полезных ископаемых или для поиска каких-то утерянных других предметов. Кроме прочего, ну, датчиками у нас разными занимаются. Да, если говорить в оптическом диапазоне, у вас будет кафедра оптики. Если мы говорим о датчиках в области ионизирующих излучений, этим у нас занимается кафедра физики твердого тела. Если у вас коптер работает для каких-то ваших задач, коммерческих или исследовательских, очень важно его не потерять, и чтобы никто им не управлял, кроме вас. То есть вам нужно защитить канал связи с этим коптером, чтобы он подчинялся только вам, и чтобы вся информация с датчиков приходила только вам. Так вот, защитой информации, защитой канала связи у нас также занимается кафедра радиофизики, а учат этому на направлении информационная безопасность. Если смотреть дальше, вот, например, слева от Марата Ревгеровича стоит уже более крупный экземпляр квадрокоптера. Он используется у нас для научных разработок, для практических приложений. Он уже крупный, более мощный. На него можно уже навешивать различные датчики, устройства. Больше, помощнее батареи питания, что у него, соответственно, будет и дальше. Летит повыше, летит но повыше короче. И дальше там можно. Можно сделать еще крупнее, да, то есть что такое коптер? Это устройство, которое летает без живого человека, да, без пилота. То есть тот же самый беспилотный КАМАЗ, который, кстати, сделан совместно с Институтом физики, с кафедрой радиофизики, это тоже коптер. Космические аппараты, которые запускаются без космонавтов, без участия человека, это тоже, можно сказать, коптеры. И там уже множество приборов на этих космических коптерах установлено, и там уже подключается у нас кафедра астрономии, потому что она готовит специалистов в области астрономии. Туда у нас подключается кафедра теории относительности и гравитации, единственная в России кафедра с таким названием, теория относительности и гравитации, которая также занимается исследованием астрофизических явлений, космических объектов, такие как черные дыры, гравитационные волны. То есть это тоже на больших. Если мы пойдем, сдвинемся в другую размерную шкалу и перейдем уже к нанороботам, к нанокоптерам, которые мы можем запускать вглубь биологических объектов, вглубь людей, да, для того, чтобы они доставили какое-то оружие, спецоперация для нанороботов против вирусов или вредоносных бактерий, мы уже здесь подключаем кафедру медицинской физики, с которой будет отдельная встреча завтра, здесь же в шоу-руме анонсируем
пятницу в 13.00 и в 15.30. Да, и кафедра физики молекулярных систем, которая выпускает направление биотехнические системы и технологии. И, естественно, для того, чтобы подготовить наших абитуриентов, мы готовим педагогов. То есть у нас обратная связь. Мы готовим педагогов, учителей физики и математики, они готовят для нас абитуриентов, то бишь вас. Ну вот, квадрокоптер мы сегодня не запустим, но мы вас приглашаем 9 июля на День открытых дверей, и при хорошей погоде, при хороших условиях мы надеемся, что мы вам покажем запуск. А сегодня мы, например, можем вам показать еще вот такую демонстрацию. Так. Например, цепочка, которая не рвется, да, и которая у нас сейчас будет как бы перетекать. Колечко будет падать, но никак не упадет. И вот так мы можем этот процесс повторять бесконечно. Это вот одна из демонстраций, которую мы показываем на лекции. И у нас еще множество демонстраций, установок, которые мы сюда, естественно, принести не можем. Мы это сюда принесли контрабандой. Но если вы к нам придете учиться, придете на занятия, увидите множество красочных демонстраций, опытов, и увидите, как интересно у нас проходят рядовые занятия и как бы обыкновенные лекции, каким количеством демонстраций природных явлений или каких-то искусственных эффектов они сопровождаются во всех областях физики. Поэтому приглашаем вас к нам учиться, у нас очень интересно. А эти демонстрации сделаны при помощи студентов Казанского федерального или как-то? Вот здесь квадрокоптеры. Вот этот квадрокоптер, да, квадрокоптер у нас делают студенты. Mm-hmm. Еще я хотела спросить, получается, насколько институт вообще оснащен для абитуриентов, чтобы они понимали возможности вообще, которые они могут использовать? Ну, я сейчас тогда подытожу. Понятно, что люди, которые придут к нам, особенно те, кто хотят стать педагогами, они должны уметь рассказывать долго, длинно, как минимум 1:20 или 1:30, столько, сколько идет у нас пара в Казанском федеральном университете. А если они станут учителями физики, астрономии и математики, которых мы готовим, то, наверное, по 6-7-8 уроков. Поэтому, но с другой стороны, в институте физики всегда учат подытоживать. Вы рассказали, обязательно итог и коротко. Значит, коротко у нас сейчас в институте физики по направлениям, да, я скажу, это у нас 130 преподавателей, около 50 профессоров по физико-математическим, техническим, химическим, биологическим и медицинским наукам. То есть мы действительно закрываем очень большую область, то есть мультидисциплинарности. У нас 18 кафедр. Сейчас у нас уже действует 35 научно-исследовательских лабораторий, то есть очень хорошее оборудование, хорошие специалисты. И в рамках программы «Приоритет 2030» мы открываем еще 9. Из них уже 7 открылись, 2 вот на подходе, открываем еще 9 научно-исследовательских лабораторий. Ну и не стоит забывать, что у нас 3 астрономических обсерватории. Одна находится здесь в городе, одна за городом. Все вы знаете «Планетарий». Там находится и обсерватория, на станции обсерватории в Зеленодольском районе. И есть еще далекая обсерватория, на которой проходят практику наши студенты. И я надеюсь, те, кто увлекается астрономией и геодезией, обязательно пройдут через нее и тоже получат массу удовольствий. Так, и коротко еще раз о том, что говорила Наталья Викторовна. Итак, у нас направление – это физика, радиофизика, астрономия, информационная безопасность, биотехнические системы и технологии, геодезия и дистанционное зондирование, инноватика, нанотехнологии и микросистемная техника и педагогика. Давайте тогда, наверное, поговорим о документах. В какие сроки нужно подавать документы, какие документы? Вот об этом что-нибудь. Но по этим вопросам, вообще по вопросам поступления, как что говорится, по технике поступления, лучше, конечно, обращаться в приемную комиссию. И вот 5 июля, по-моему, будет очередная встреча с приемной комиссией, да, КФУ Лайф анонсирована. Вы можете посмотреть, обширная встреча была уже также вот на канале
до этого. А вообще общие сроки приема, это начало приема заявлений уже, наверное, все знаете, 20 июня, уже 10 дней, как приемная комиссия работает во всех вузах России. Завершение приема документов от поступающих по результатам вступительных испытаний 15 июля. Завершение приема поступающих по результатам ЕГЭ 25 июля. Публикация конкурсных списков 27 июля и 3 июля. Это издание, вернее, подача согласий о зачислении, заявлений о зачислении. Без него вас не зачислят. И приказы у нас выходят на основном этапе зачисления, это 9 августа. То есть вот с 27 июля по 3 августа вы должны за эту неделю успеть подать, если вы еще этого не сделали, согласие о зачислении. Тогда вас зачислят. Но, кроме всего прочего, вы должны принести оригинал аттестата в этом году обязательно. Тогда мы вас зачислим. Об этом нужно помнить. И у нас появился, то есть кроме контактов приемной комиссии, которую вы можете найти на сайте КФУ, у нас есть отдельный телефон приемной комиссии, который занимается консультацией именно по институту физики. Вот он представлен на слайде. Плюс 7 999 1 6 91 2 91. Объявление мы с этим телефоном также обязательно разместим. Недавно его подключили, поэтому объявлений пока не было. Но просим по всем вопросам относительно поступления в институт физики обращаться по этому телефону. Ну, а если вы оказались в Казани или живете в Казани, да, конечно же, приходите в университет, в приемную комиссию, во второй высотный корпус, который чуть-чуть повыше, чем институт физики на 2 этажа. Там вам все расскажут, все покажут. Если у вас нет такой возможности, в интернете есть все. Вы найдете практически всю информацию, как поступить, что нужно для этого делать. Если вам что-то непонятно, пожалуйста, звоните, обращайтесь, все расскажем, все покажем. То есть сейчас у вас и офлайн, и онлайн идет подача заявлений. То есть можно и из своего города подать, и в Казани. Да, можно это сделать любыми способами. Хорошо. Какие вступительные испытания у вас есть для бакалавриата? Если есть, расскажите о них. Ну, давайте, во-первых, всегда представляют институт физики, что нужно обязательно сдавать физику. Как бы многие этого не делали в силу ряда причин. Не было у них физики, может быть, в школе. Действительно, если вы поступаете на физику, радиофизику и астрономию, то нужно сдавать физику ЕГЭ, математику и русский язык, понятно. То есть, ну, вот русский язык, математика у нас необходимо сдавать всегда. А вот на некоторые другие направления, как ни странно, для поступления в институт физики, физику сдавать не обязательно. Например, если вы поступаете на направление информационная безопасность, биотехнические системы и технологии, то вы можете сдать и информатику. Либо физику, либо информатику. Если вы поступаете на инноватику, то есть здесь возможность еще либо физику, либо информатику, либо химию. На выбор, то есть. На выбор. То есть, если вы обязательно математика, русский и какой-то на выбор. Физика, информатика, либо химия. Такая же ситуация с нанотехнологиями и микросистемной техникой. Вы можете сдавать либо физику, либо химию, чтобы поступить на это направление. Ну, а если вы хотите стать педагогом, физиком, математиком, то тут даже не обязательно сдавать математику или физику. Вы можете сдать или биологию, или географию, или химию, ну и, конечно, информатику. Не забываем только и даже в некоторых случаях обществознание. А если, допустим, учащийся из колледжа прибыл, ему нужно будет сдавать ЕГЭ? Наталья Викторовна. После СПО, так называемых, да, среднепрофессиональных образовательных учреждений, ребята поступают к нам, сдавая вступительные испытания. То есть у них есть возможность, они могут прийти в центры проведения ЕГЭ, сдать ЕГЭ. Есть такая возможность у всех. И если они этого не делали, если у них в организации не проводилась такая процедура, они могут прийти к нам и сдать вступительные испытания. Сейчас еще актуальная такая тема идет с иностранными студентами.
Как вы с ними работаете вообще? Какие для них вступительные испытания у вас есть? Может быть, расскажите об этом. Да, у нас по сравнению, конечно, с некоторыми другими подразделениями Казанского федерального университета у нас иностранных обучающихся не так много, но тем не менее более, в общей сложности более 200 обучающихся из разных стран, причем не только из стран ближнего зарубежья, таких как Казахстан, Белоруссия, Таджикистан, Китай, Венесуэла, Колумбия, Китай, Испания. Еще раз Китай. И в этом смысле, конечно, очень многие из них проходят через, сначала через наши подготовительные курсы при университете, и поэтому им достаточно легко вживаться в эту жизнь. Но те, кто приезжает как бы в первый раз, здесь уже есть люди из этих стран, они и помогают, здесь и сообщество. Ну и, конечно, мы пытаемся всеми силами помочь им интегрироваться в обучение, в нашу среду. Многие из них плохо знают русский язык, но наши преподаватели, и у нас есть программы, которые подразумевают знание английского языка. И если есть возможность говорить по-английски, пытаются общаться по-английски. Есть ли какие-то привилегии, может быть, у них, у иностранных студентов? Может, бюджетные места какие-то? И вообще, сколько бюджетных мест выделено на предстоящий год? Мы сначала по иностранцам, да, у нас иностранные студенты поступают по разным квотам и линиям, это так называемая гослиния, это между те договоры, которые есть между Казанским университетом и, там, скажем, определенным университетом по обмену. Если говорить вообще о количестве бюджетных мест, то у нас в общей сложности бакалавриат и специалитет у нас около 300 бюджетных мест на этот год, и по магистратуре 126 бюджетных мест, поэтому милости просим, достаточно большое количество бюджетных мест, и надеемся, что мы вам дадим хорошее образование, и вы поступите на бюджетные места. Более того, если вы поступаете платно, то есть возможность после успешного сдачи семестров за год по результатам перевестись на бюджетные места, потому что люди оттуда уходят в силу ряда причин, переводятся на другие, там по болезни, переезд в другой город, не сдачи в том числе. Поэтому у нас очень хорошая практика перевода платных студентов на бюджетные места по результатам года. А расскажите о ценах, которые сейчас на обучение вообще есть. Они тоже немного варьируются от специальностей и направлений. Сейчас вот тут мы циферки возьмем. Да, да, то есть одно число сказать нельзя. На разных направлениях, естественно, это будут разные стоимость будет, поскольку наполнение учебного плана разное, различное оборудование нужно. Например, у нас самая дорогая программа — это по магистратуре геодезия, поскольку это называется геодезия и дистанционное зондирование. Там нужно, естественно, современное оборудование, которое позволяло бы это делать. Ну вот, например, бакалавриат у нас стоит стоимость обучения первого курса. Ну, то есть мы объявляем не полную стоимость, она каждый год переустанавливается, и стоимость разных курсов будет разная. Стоимость обучения на первом курсе — это 150 840 рублей. За год? Да, в год. И самое дорогое, ну тоже, чтобы масштабы знали, от скольки до скольки, это нанотехнологии, 209 220 рублей. Ну, вот самое дешевое — это педагогическое образование, 133 320 рублей. Это в год самое дешевое, но на педагогическом образовании учатся 5 лет, бакалавриат 5 лет. То есть в сумме там получится не меньше. Это стоимость обучения в бакалавриате. А в магистратуре от 143 тысяч. Ну вот до 160, и, как говорила, геодезия 197 тысяч. Это стоимость первого курса. Это все очное обучение. А заочное обучение у вас есть? Заочного обучения в Институте физики нет совсем. Ни вечернего обучения, ни заочного. Мы все-таки предполагаем, что специалисты должны и послушать,
и решать задачи, и все потрогать, и сделать сами. Очень много отводится времени на самостоятельную работу в лабораториях, в том числе очень много лабораторных занятий и практик. В этом смысле мы считаем, конечно, что заочное обучение здесь мы можем только дать какие-то основы в заочном формате. И вот, скажем, тот же 2020 год, когда началась пандемия, это, конечно, сильно сказалось на качестве обучения наших студентов. Так, с бакалавром все понятно, все выяснили. Давайте перейдем к магистратуре. Как поступить в магистратуру, какие вступительные испытания, там есть документы, вот поподробнее. По магистратуре. В магистратуру поступить гораздо более простая схема поступления в магистратуру. Все сдают вступительные испытания, то есть нет такого разнообразия, как для бакалавров, кто-то ЕГЭ, кто-то вступительные испытания. Чтобы поступить в магистратуру, все сдают вступительные испытания. Есть программа вступительных испытаний, она размещена на сайте. Если вы зайдете на сайт, в раздел «Магистратура», на сайт приемной комиссии, и там все программы висят вступительных испытаний, там висит расписание экзаменов, расписание консультаций, и вы можете ознакомиться с программой. Сдаются вступительные испытания по направлению. То есть на направлении физика вы сдаете экзамен по физике, на направлении радиофизика, там по радиофизике ряд вопросов, но, естественно, это не школьный уровень физики будет и радиофизики, а именно уровень знаний, рассчитанный на людей, которые закончили схожее образование, не обязательно физика или радиофизика, да, но какое-то любое техническое или инженерное образование. И вот этот минимум для бакалавра, для поступления, для продолжения обучения в магистратуре, они имеют у себя в багаже. А сколько длится обучение на магистратуре? 2 года. Все программы магистратуры, которые у нас реализуются, 2 года. А если студент, допустим, обучается в другом вузе, тоже Казани, может ли он перейти в нашу магистратуру, в Казанский федеральный университет? Да, конечно, он может перейти. То есть ему нужно будет, наверное, какую-то разницу там доздать, или это... Да, так же, как в бакалавриате. Они обращаются предварительно, то есть заранее не надо отчисляться из своего вуза. Нужно сначала связаться с нашим деканатом. Контакты на сайте все есть. Мария Александровна Васильева занимается у нас переводами студентов. Сказать, из какого вы вуза, и Мария Александровна вам скажет, какой список документов, что прислать. Но этот список он тоже на сайте выложен. Если вы внимательно прочитаете, вы можете сразу эти документы прислать. То есть нужно будет взять справку об обучении в своем вузе, где будут выписаны все предметы, которые вы изучили, и на какую оценку вы их сдали. И мы вам посчитаем разницу в учебных планах, то есть какие дисциплины вам нужно будет сдать, если вы к нам переведетесь, до сдать, чтобы догнать наш учебный план, и вы уже сами решите, сможете вы такой объем потянуть или нет, маленькая эта разница для вас или большая. Но существует, естественно, установленный федеральным законодательством предел, при превышении которого мы не можем переводить человека, потому что человек просто физически не сможет сдать эту разницу и еще параллельно осваивать текущий учебный план. Поэтому это все в индивидуальном порядке. Но обращайтесь, мы всегда рады принимать. Также, наверное, студенты и из одной магистерской программы могут перевести в другую магистерскую. Да, конечно. И это все. А какие вступительные испытания у них? Для тех, кто переводится, никаких вступительных испытаний нет. А для тех, кто поступает в магистратуру? Для тех, кто поступает, у них экзамены по направлению. А, то есть только экзамен. Да. Еще поступил вопрос о том, что вот если есть какие-то дипломы, грамоты у человека, как это влияет на поступление, может быть, какие-то баллы дополнительные или вот что-то? В Казанском федеральном университете есть утвержденный список каких-то вот таких наград, грамот, дипломов, значков ГТО, участие в волонтерской деятельности, которые дают дополнительные баллы к тому, что по результатам ЕГЭ, там, либо по экзаменам. И в этом смысле мы как бы следуем правилам, общим правилам Казанского федерального университета. У нас своих особенных нет. Может быть, вы что-то хотите пожелать нашим абитуриентам, как-то еще вдохновить их своим университетом, институтом? Приходите к нам. У нас, как мы всегда говорим, у нас учиться сложно, но интересно. И выпускники работают в разных, абсолютно различных областях. Это не только физика, ну, как мы называем, от дворников до космонавтов.
Все это все наши выпускники. Поэтому приходите, у нас очень насыщенная, интересная социальная жизнь, спортивная. Мы участвуем во всех мероприятиях и университета, и города, и республики. У нас очень много для тех, кто хочет заниматься наукой. Большая грантовая и стипендиальная поддержка. То есть, если вы показали свои знания в науке, пожалуйста. У нас есть свои социальная поддержка, если вы очень хорошо танцуете, поете, прекрасно делаете квадрокоптеры, то здесь мы тоже поддержим и морально, и материально. Приходите, пробуйте, учитесь. Наталья Викторовна, может, вы что скажете? Я напоминаю, что завтра будет здесь в шоу-рум состоится день кафедры медицинской физики. В 13.00 здесь будет выступать профессор кафедры медицинской физики. Он расскажет о том, как современными физическими методами исследуют биологические объекты, в частности белки. А в 15.30 сюда придет заведующий кафедрой и доцент кафедры медицинской физики, то есть представитель кафедры, и расскажет вам о направлениях, которые выпускает кафедра медицинской физики. То есть вы узнаете, кого они выпускают, физиков или медиков, почему не медиков, чтобы не было путаницы, где будут работать эти выпускники. Поэтому, пожалуйста, завтра тоже подключайтесь. И, конечно же, мы вас приглашаем 9 июля прийти к нам очно на день открытых дверей. 9 июля, это будет суббота, в 11.00 ждем вас по адресу Кремлевская, 16А, на день открытых дверей, где мы проведем для вас презентацию всех программ и проведем экскурсии по Институту физики. На этой хорошей ноте я предлагаю завершить прямой эфир. Я благодарю вас за то, что вы поделились с нами такой полезной информацией. И напоминаю нашим абитуриентам, что прямые эфиры проходят практически каждый день. О них вы можете узнать в наших социальных сетях. С вами была Алина Красильникова. До новых встреч!